Шымкенте жители одного из микрорайонов призвали к ответу чиновников. 7 лет люди ждут, что на их улицы придут элементарные блага цивилизации. Электричество, газ, вода и асфальтированная дорога. Однако, кроме обещаний, за эти годы они так ничего и не дождались. Александр Аким расскажет подробнее. Вот эта вода мы пьем. Это не 15 дней будет стоять здесь. Многодетная семья Талыбаевых знает цену каждой капли воды. Эту 1000-литровую цистерну они покупают за 3000 тенге. Хватает ее лишь на 2 недели. Раньше еще хуже было, хоть сейчас немножко, вот привозной вода есть. Сами сделали свет. Вот теперь не знаю, газ будет или не будет. На собственные средства люди провели в дома электричество. Но обходится оно им почти в 2 раза дороже, чем остальным жителям Шымкента. За 1 киловатт мы платим 19 тенге. У нас каждый день потеря по 50 тенге, каждый месяц. Мне главное, пусть в дорогу проведут, чтобы дети могли нормально. И сама, чтобы я тоже нормально могла в одной обуви пойти на работу. Отсутствие дороги, по мнению жителей, одно из основных проблем. По бездорожью в любую погоду они добираются до единственном микрорайоне автобусной остановки. С этими проблемами жители микрорайона уже 7 лет исправно ходят к местным властям. И каждый раз им обещают, скоро будет хорошо. Им уже готовится проектно-сметная документация на водопровод. Газ уже дает уже. В ноябре месяце уже подключит газ. Чтобы дорогу сделать, надо сначала коммуникацию надо провести. Газ, свет. После только этого асфальтированная дорога делается. Но люди потребовали назвать точные сроки начала работ. Ведь 7-летнее ожидание научило их не верить обещаниям чиновников. В этом году, если не закончится, в 2015 году закончится. Александр Ким, Евгений Педура, Информбюро, Шымкент.